6 декабря 2016 года на кафедре основ конструирования механизмов и машин проведена первая презентация студенческих работ по дисциплине коммуникативный дизайн. Эта дисциплина впервые введена в Национальном горном университете на кафедре основ конструирования механизмов и машин 2016-17 учебного года при активной поддержке кафедр технологии горного машиностроения и строительства геомеханики. Современный мир заставляет по-другому взглянуть на степень важности подачи информации как в своей традиционной, так и в новой компьютерной форме. Безграничные возможности коммуникационных технологий позволяют работодателю все чаще использовать новые формы общения с соискателем на расстоянии через социальные сети. Новые веяния требуют соискателей, кроме способности презентовать себя, уметь использовать информационные технологии в полном спектре возможностей. Именно такие общие компетентности, как способность к представлению результатов исследований с использованием медийных средств и превращение материала в информационно-коммуникационную технологию на любом профессиональном поприще, изучает дисциплина коммуникативный дизайн. В презентации работ приняли участие студенты, изучавшие представленный курс в рамках нормативной подготовки, а именно магистры, специалисты специальности 131 «Прикладная механика», магистры специальностей 184 «Горное дело» и 192 «Строительство и архитектура». Во время представления видеоматериала, отражающего достижения и полученные навыки, студенты особенно отметили те навыки, которые они получили и которые смогут повлиять на их будущую карьеру. В процессе работы заведующий выпускающих кафедр технологии горного машиностроения и строительства геомеханики давали оценку выполненным медийным проектам, а по окончании презентации торжественно вручили сертификаты об успешном окончании изучения данной дисциплины.